Процедура передачи данных стахиометра Trimble TS635 на офисный компьютер. Передача данных с использованием кабеля передачи данных. Присоедините кабель передачи данных в USB-порт вашего компьютера. Установите драйвер для кабеля, записанный на сервисном диске. Для установки драйвера для кабеля передачи данных выберите на диске папку «Driver Defender». Зайдя внутрь папки, выберите операционную систему, для которой вы будете устанавливать драйвер. И установите драйвер на компьютер. Установив драйвер в диспетчере устройств, в пункте «Порты», появится устройство «Prolific USB to Serial COM Port». Данное устройство соответствует кабельному соединению. В скобочках указывается COM Port, через который осуществляется кабельное соединение. Установите с сервисного диска программу передачи данных Trimble Data Transfer. Подключите кабель передачи данных в порт RS-232 тахиометра. Запустите программу передачи данных Data Transfer. Для настройки соединения зайдите в пункт «Устройства». Выберите пункт «Новый» из списка предлагаемых устройств. Выберите Nikon TS-415. Нажмите ОК. Выберите из списка портов COM Port, соответствующий кабельному соединению. Нажмите клавишу «Далее». Введите имя для шаблона кабельного соединения. Нажмите клавишу «Далее». Установите параметры передачи данных. В данном случае установим только скорость 9600 бит в секунду. Нажмите клавишу «Готово» для сохранения шаблона соединения при помощи кабеля. Созданное соединение появится в списке. Закройте окно устройства, нажав клавишу «Закрыть». Выберите из списка устройств шаблон кабельного соединения. Нажмите клавишу «Соединить» для установки связи с тахиометром. Для передачи данных с тахиометра на компьютер сделайте активным закладку «Получить». Нажмите клавишу «Добавить». В появившемся окне установите тип файла передаваемых данных, например, необработанный файл Nikon. Укажите конечный пункт, куда будет сохранен файл, переданный стахиометру. Выберите файл необработанных данных и нажмите клавишу «Открыть».
Для приема данных нажмите клавишу «Передать все». Программа Trimble Data Transfer готова к приему данных с тахеометра. Включите тахеометр Trimble TS-635. Зайдите в главное меню, нажав клавишу «Меню». Выберите пункт «Связь». Нажмите клавишу «Enter». Для передачи данных с тахеометра на компьютер выберите первый пункт «Разгрузка». Нажмите клавишу «Enter». Установите формат передачи данных. Например, NICOM или SDR. Установите тип передаваемых данных. Данные в виде координат, либо данные в виде углов расстояний. Так называемые сырые данные. Выбор проекта, который вы хотите передать на компьютер, нажмите программную клавишу MSR1 под надписью «Проект». Попав в меню «Проекты», при помощи клавиш курсора выберите нужный проект, который вы хотите передать на компьютер. Нажмите программную клавишу MSR2 под надписью «Связь» для установки параметров связи. В появившемся окне связи установите параметры, соответствующие параметрам, установленным в программе передачи данных Trimble Data Transfer, а именно скорость 9600, остальные параметры оставляем без изменений. Нажмите клавишу Enter для подтверждения параметров. Для перехода в следующий экран нажмите клавишу Enter. Для запуска передачи данных нажмите клавишу Angle под надписью «Далее» или клавишу Enter. После завершения передачи данных на компьютер закройте окно приема данных и выйдите из программы Data Transfer. В этом месте на компьютере появится файл в формате данных, который вы выбрали при передаче.